Окей, я вас понял. Подери, друзья, это Остоженка, самый дорогой район в городской черте Москвы. И похоже, здесь самые хуёвые дороги во всем городе. Великая загадка, почему так происходит. Моя теория, что здесь просто никто не живет, а здесь только строят эту уебищную инвестиционную недвижимость. По крайней мере, на улицах здесь точно никого нет. Никогда. Черт, это реально самая хуевая дорога в Москве. Наконец-то я тебя нашел. Как называется? Потом посмотрю. Как бы не заехать никому в частный гараж.
Нет, я чего-то не понимаю. Я еду обратно. Я еду обратно. Но почему ветер снова дует мне в морду? Это самая худшая моя поездка за всю жизнь. Ну, зато заебался. Чё там? Зелененький. Ну ладно. Раз, два, три, четыре. Ага. Какого хрена я еду на дропах на четвертой передаче? Кто-нибудь мне может сказать, а? Это должна быть расслабляющая утренняя поездка. Какого хрена я уже весь мокрый? Отлично, теперь меня сдувает в левую полосу.